Открывай дверь, пожалуйста, полиция. Запрещенные предметы дома есть? Оружие? Нет, нету. Наркотики? Почему такой беспорядок? Ну, хозяйка ушла сейчас в магазин. Можете пояснить, за что доставлено? По подразделению, в конституции. А чем занимались? Частным извозом. И часто извозили? Ну, не каждый день, но в неделю 5 раз частный извоз. За что задержаны, знаете? Знаю. За что? За то, что работал водителем. Сейчас. Никого развозили? Девушку. Где работаете? Охрань. Сейчас официально тут устроили? Неофициально? А как вы работаете? Ничего. Ну а так слышь, от фирмы там Юбер или как? Просто дополняю. То есть одни и те же пассажиры используют. Получается, клиенты, что только девушки. Обязанности входило принимать заказы? Нет. Забрать девчонок всего лишь и дальше куда позвонят отправить и все. По адресам. Ну, по адресам заказов. И как много заказов было в день? Когда вообще не было. Когда очень много, не считал ни разу. Ну, слева. Слева мужчина. Слева от вас, да? Да. А, поясните. Все, можете пройти сюда. Поясните, при каких обстоятельствах, когда вы данного человека видели? И известны ли вам его какие-то данные? Все, можете пояснить. Ну, что происходило в проституции? Ну, предложила мне поработать, сказала, есть необходимые девочки. Данный мужчина конкретно что? Что-то как-то общался или что? Общался, да. По поводу чего? Призывай.